Всем здравствуйте! Хорошего вам дня! Меня зовут Елена, я из Украины, проживаю в городе Кривой Рог. Хотела бы выразить свою искреннюю и от всей души, от всего сердца, от моего высшего я благодарность Вадиму и Вере. Они мне очень помогли. Если бы, наверное, не они, сейчас бы в данный момент неизвестно, как бы сложилась моя жизнь. У меня было очень много больших или огромных неприятностей, жизненных ситуаций. У меня было очень много проблем со здоровьем. И у меня был очень нехороший образ жизни. Вот. По мне сейчас в данный момент не скажешь, что у меня была проблема с алкоголем. Можно прямо сказать, да, я была алкоголезависимый человек. Вот. Плюс у меня была проблема с наркоманией, потому что действительно, когда был алкоголь, тогда присутствовала и наркотическая зависимость. Вот. И так как я узнала о Владе, о Вере, то есть я попросилась на чистку, они мне помогли, они почистили, я общалась с своим высшим «я». У меня появились новые взгляды на жизнь. У меня изменилась полностью жизнь. Я увидела разноцветность, какой, насколько прекрасен мир, насколько великолепна жизнь. Я вижу цвета, я вижу зеленые деревья, цветущие цветы. Вижу птиц, вижу животных. Я начала видеть мир. У меня была проблема, я была склонна к суициду. Плюс у меня было огромнейшее проклятие четвертого поколения по отцовской линии, по алкоголизму. Полностью весь мой род по отцовской линии. У меня бабушка умерла, дедушка умер от алкоголя. Моего отца брат умер от алкоголя, его жена умерла от алкоголя. Мой отец умер от алкоголя и похоронен, как говорится, из-за этого в мешке. Вот. И то есть я давно хотела выразить свою видеоблагодарность, видеоотзыв, но почему-то то ли я начала камеры бояться, либо что-то мне не давало. Я не могу. Не могу даже понять, что это было, почему я долгое время не могла выразить и сказать видеоблагодарность свою. Но здесь то, что я душа моя благодарна и так далее, это мало сказать. Это насколько сильные люди, они мне помогали не один раз. Во мне сидели сущности по 20 лет, по 30 лет. И демонический образ жизни. У меня действительно, я столько прошла. Не каждый человек может столько пройти за все мои 38 лет. И мне нужно было упасть на самое дно пропасти для того, чтобы поднять и научиться смотреть вверх. Вот когда я подняла свой голос, голову, да, когда я осознала, обратилась за помощью, то вы знаете, ну, всем, кто не верит, все, кто по мам неверующим, я могу одно сказать, это как бы ваше мнение. Но я очень благодарна, Верочка, Влад, я вам посылаю всю свою энергетическую любовь. Я вам посылаю благодарность, так как я земное существо, и от матушки земли, и от всего, благодарна своей маме, своей бабушке, их наставления, то, что я увидела первое видео, как вы меня чистили. Это все правда. То есть, короче, люблю я вас сильно-сильно. Му-му-му.